Всем подписчикам привет! Сейчас я вам хотел показать один вариант, когда совсем уже отказывает в поставке тепла поставщик. Наш дом находится последним в магистрали, в тепловой. И самый высокий по уровню горизонта. Котельный находится внизу, тупиковый дом. И давление и температура теплоносителя, это я температуру полную показываю своего, 23, оно не выше 64, вот 65,2 на подаче, это подающий стояк. Подающий стояк, система двухтрубная, подача теплоносителя идет снизу. Радиаторы включены по двухтрубке, то есть подача сверху, вот приходит на радиатор 55 градусов всего. И на обратке температура 30 градусов на обратке. То есть я снимаю 25 градусов с радиатора. На радиаторе средняя температура посередине 35 градусов, 36 даже вот здесь вот. За счет чего этого я добился? Циркуляции, так как у нас первый этаж и разводка идет снизу, то есть давление подачи и обратки одинаково выровнены. 2,5 бара, не выше, в тепловом узле. Циркуляция останавливалась полностью за счет того, что на обратном стояке высота столба передавливала вот эту вот разницу. И циркуляция останавливалась. Выше еще можно, то есть терпимо более-менее, хотя температуру видели сами, какая теплоноситель. Я вышел из положения таким образом. Поставил циркуляционный насос. Маломощный китайский циркуляционный насос в тупике, в конце радиатора. И он у меня гоняет теплоноситель, который приходит с такой температурой, искусственно гоняет кольцами вот здесь по радиаторам. То есть они хоть чуть-чуть прогреты, температура на радиаторах 35 градусов. Это, конечно, 36,2. Без этого насоса, без этого, вообще циркуляция останавливалась, то есть она была нулевая. Решить это можно было, или кому-то придется решать, сейчас управляющая компания уходит от нас с января, поставкой повысительного насоса на подаче, то есть чтобы поднять давление в системе. Иначе первые этажи при нижней разводке полностью циркуляция останавливается. Приходится или электричеством греть, или еще как-то, для того, чтобы заставить циркулировать по двухтрубке теплоноситель. Временно я уже показал, как можно сделать свой циркуляционный насос небольшой. И он у меня, так как у меня всего две комнаты, запитан вторая комната, хватает на вторую. За счет этого при внешней минус 30 была сегодня ночью, температура внешняя, должен быть теплоноситель уже больше 100. Они подают вот такой, 60. Температура в комнате держится на уровне 23. Вот по такому термометру 23,2. И вот по пирометру 23,5. То есть еще более-менее приемлемо, не в валенках ходим. А на полу 22. Температура на потолке за счет вот того вентилятора маломощного, который опускает потоки сверху вниз, температура на потолке 23,4. То есть я уравнял температуру воздуха на потолке и внизу. Вон у меня стояк опускной, это труба 50, в торец встроен вентилятор.
вентиляторы, которые сверху воздух нагреты от приборов, от холодильников, опускает вниз, и за счет этого более-менее приемлемая температура. А температура на обратке, на втором стояке, 47 градусов. То есть подача 65, а обратка 47. Вот таким образом еще можно как-то выйти из положения. Но это нужно решать кардинально. Для тех, у кого подобная ситуация, вот я рекомендую только вот такой способ. То есть регуляционный насос, который еще более-менее что-то будет вытаскивать у вас из той системы, из штатной. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.